Speaking of Austria, walk up this continent. Как я уже говорил неоднократно, был и выступал на соревнованиях в Дагестане, занимал призовые места. А кроме этого, он участник Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, участник чемпионата мира, участник чемпионата Европы 5 раз. Опытнейший спортсмен. Ну, медали нигде не завоевывал, но завоевывал очень высокие места, в том числе 5-е, 7-е на всех этих соревнованиях. А его соперник всем вам известный Шамиль Гульямагомедов. Но что-то случилось. Шамиль. Чуть-чуть моложе своего соперника, но также имеет очень большой опыт выступлений, в том числе на европейском ковре. В 2016 году он завоевал золотую медаль на чемпионате Европы. И был в 2015 году бронзовым призером чемпионата Европы. Но вы знаете, в этом месте боролся с Адуаем. Остальное вы сами уже понимаете. Итак, Польша и Италия. И еще хотелось бы добавить, что польскую команду и Збигнева Барановского тренирует Юсуп Абдусаламов, серебряный призер Олимпийских игр. Старший тренер Польши. Thank you.
Марину Александровну